Приветствую вас на моем канале. Сейчас я вам расскажу и покажу, как сделать Apple ID с помощью компьютера. Для начала скачиваем программу iTunes версии 12.6.2.20. Это очень важно. Выбираем вкладку программы. В правом нижнем углу жмем на флажок. Выбираем нужную нам страну. Нажимаем на любое бесплатное приложение и скачиваем его. Нажимаем «Создать новый Apple ID». Теперь нам нужно создать почту для нашего аккаунта. Я создам через Яндекс. Заодно и вам расскажу, как это сделать без привязки к телефону. Нажимаем «Завести почту». Заполняем данные. Выбираем логин и придумываем пароль. Нажимаем «У меня нет телефона». Выбираем контрольный вопрос и отвечаем на него. Копируем логин для простоты и ввода его без ошибки. Все, почта создана. Возвращаемся к регистрации нашего аккаунта. Вставляем нашу почту, она будет служить нашим логином к Apple ID. И придумываем пароль к нему. Нажимаем на галочку, что с условием согласны, и жмем «Далее». Заполняем данные, они нам нужны, если мы забудем пароль к нашему аккаунту. Жмем «Далее». Выбираем форму оплаты, как у меня, последний значок. Чтобы проще было заполнять, жмем «Далее», и нам показано, какие строки нужно заполнить. Все данные для регистрации будут под видео в описании. И не пожалейте лайки и подписку для меня. Вам не сложно, а мне приятно. Заполняем данные.
Нажимаем «Далее». Теперь заходим на нашу почту. И копируем этот код. Вставляем в эту строку. Жмем «Далее». Все, наш аккаунт создался. Теперь нам нужно зайти с телефона. Вводим наши данные, которые только что создали. И скачиваем нужное нам приложение. Как видим, процесс скачивания пошел. Желаю приятной вам игры. Надеюсь, видео мое было полезно для вас. И вы поставите мне лайк и подпишитесь на мой канал. Спасибо за ваше внимание.